«Мне нужен экшен». Именно такая фраза звучит у меня в голове с тех пор, как мне дали на тест вот эту штучку. Кстати, спасибо за предоставленный гаджет магазину Kremlin Store. Ссылка на товар и актуальные цены в описании под видео. Ну что, приступим. Итак, что можно сказать про комплектацию? Ну, богато. На самой коробке уже отмечена вся информация как о характеристиках, так и о содержимом. А внутри насыпали с горочки все, что могло влезть в коробку. Отмечу сразу аквабокс, с которым можно погружаться до 30 метров. Также есть дополнительная крышка для аквабокса, через который можно пользоваться тачскрином самой камеры. Правда, погружаться уже можно только на глубину 3 метра. Множество разных переходников и крепежей. Хочешь на велик на цепи, хочешь на капот приклей. Сам форм-фактор стандартный для экшн-камер. Здесь два экрана. Спереди отображается время записи, режим и уровень заряда. Задний является основным. На корпусе всего три кнопки – запись, настройка и включение. И гнездо 1/4 дюйма снизу. Меню камеры простое и интуитивно понятное. Камера снимает до 60 кадров в секунду при Full HD и 120 кадров при HD разрешении. Также есть режим 2К и интерполированный 4К, о чем, к слову, говорится на упаковке. Камера абсолютно легко управляется со смартфона. Для этого установите приложение, которое так и называется SG Cam. Потяните за шторку сверху камеры и во всплывающем окне включите Wi-Fi. Далее все стандартно. Смартфон находит сеть камеры, и вот у нас внешний монитор с элементами управления. Мне понравилась стабилизация, которой можно усилить, включив гироскоп. При ходьбе все хорошо. Однако надпись «Anti-Shake» на коробке меня уж сильно раззадорила, и я хотел повесить камеру на самокат и прокатиться. И вот что вышло. Согласен, темновато. Тогда вот так. В общем, вы поняли. Так что если хотите уж совсем, чтобы все гладко было, используйте стедикам. Как, например, вот такой. Он, кстати, и для смартфонов подходит. Немного о звуке. Встроенный микрофон действительно хорош, на мой взгляд. Его можно использовать смело без внешнего. Кстати, внешние камера также поддерживает. Честно сказать, довольно сложно представить, как нужно тестировать экшн-камеру, поскольку в моем представлении экшн-камера должна выполнять лишь одну функцию – экшн. То есть она должна быть всегда с вами, она должна быть маленькой, она должна быть удобной, по возможности как можно более энергоемкой, ну и неубиваемой. То есть для этого, конечно, здесь есть вот такой бокс, в котором можно нырять, ну и всякие опасные вещи делать. Сейчас я его снял, чтобы проверить, как работает внешний микрофон, насколько он чувствительный. На улице... Машина. На улице довольно ветрено сегодня. Вот вы видите, я в капюшоне. Поэтому посмотрим, насколько там задувает микрофон. Хоть я и немножко его прикрыл своей перчаткой. Но все равно, если ветер сильный, он сильно фонит. Очень сильный создается шум. Кстати, сейчас я снимаю с рук. У камеры, на мой взгляд, хорошая стабилизация. Плюс ее можно усилить. Там включается гироскоп. Происходит обрезка картинки по краям. Две степени обрезки. Низкая и средняя. И тогда картинка будет еще более стабильной и статичной. Видео, фото, таймлапс. Режим авторегистратора. Режим подводной съемки. Все это присутствует. Как и в большинстве экшн-камер. Аккумулятор, к слову, на 1000 мАч. На морозе мне этого хватило на 2,5 часа съемки. Потом, отогрев камеру, она еще минут 20 поработала. Камеру сложно назвать выдающейся, это не так. Но цена за нее, можно сказать, смешная. А из минусов я отмечу отсутствие 120p при Full HD
и отсутствие настоящего 4К. Это, конечно, печально. Подытожу. Это, в принципе, достойная для своих денег камера. Для путешественников и блогеров достаточно хороший вариант. Для профессиональной сферы все-таки ей стоит еще немного подрасти. Итак, это был небольшой тест экшн-камеры CG6 Legend. Спасибо за предоставленный гаджет магазину Kremlin Store. Напоминаю, что ссылка на товар и актуальные цены в описании под видео. Кстати, сейчас у них проходит акция. Скидка 500 рублей на покупку экшн-камеры. Мелочь, а приятно. Конечно же, по промокоду PhotoWebExpo. Итак, на этом все. Спасибо, что смотрели. Оценивайте это видео лайками, дизлайками. Не забывайте подписываться на наш канал, следить за новостями в соцсетях. Ну и до встречи в других выпусках. Пока! Вот я стою здесь, морожу свои руки, ноги и попу. Потому что у меня в руках CG Cam 6 Legend. И я тоже сейчас стану натуральный Legend. Замуруюсь здесь от мороза, только к лету оттаю.